Неспроста Татарстан является одним из лидирующих регионов Российской Федерации. Иначе быть просто не может. Все потому, что здесь понимают, подрастающее поколение – это один из главных рычагов развития республики. Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь» события подвели итоги работы первого сообщества «Город». Форум подразумевает взаимодействие и последовательную работу участников по различным направлениям для улучшения и благоустройства страны. Одними из победителей стали ребята из Татарстана – Дмитрий Колесников и Полина Полымова. Дмитрий развивает спортивное направление дрон-рейсинг и реализует его в проекте «Дрон-тим Гренада». Выпускник Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета получил 700 тысяч рублей на воплощение в жизнь инженерной школы пилотирования дронов. Мы будем учить ребят, молодежь пилотировать спортивные квадрокоптеры и соревноваться между собой на новой трассе. Профессия пилота беспилотного летательного аппарата – это профессия будущего. Она входит в топ-50 профессий будущего Российской Федерации. И это развивает координацию, это развивает мышление. И поэтому мы вот, ребята, учим данному виду спорта. Студентка Института дизайна и пространственных искусств Казанского университета Полина Полымова получила грант на развитие своей идеи – инклюзивной танцевальной школы «В жизнь» в размере 164 тысяч рублей. По словам девушки, отбор конкурсантов был серьезный. Экспертный совет форума «Территория смыслов» оценивали не только саму идею проекта, но и актуальность выбранной тематики, написание заявки на участие, количество привлеченных команд и, конечно же, формирование бюджета. Это фестивальный проект, он будет длиться 3 месяца. Первый месяц будет проходить обучение для волонтеров и тренеров. Последующие 2 месяца это будет open space мероприятие в парке с привлечением прохожих и мастер-класс на закрытой территории, в каких-нибудь залах танцевальных, по растяжке и танцам уже для набранной группы. Стоит отметить, что это не первый проект, в котором участвовала Полина. Еще на первом курсе обучения девушка вошла в состав активистов Казанского университета и была волонтером многих региональных и всероссийских форумов. Одним из таких стала профессиональная стажировка на телеканале «Универ ТВ», где девушка попробовала себя в качестве новостного корреспондента. Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, и до 2018 года он базировался во Владимирской области. Уже с 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Синеж» платформы «Россия – страна возможностей» в городе Солнечногорске, Московской области. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.